Петух с картошкой в луково-лимонном соусе. Очень вкусно. Картошка получается как запеченная в духовке. И лук с лимоном дают очень хороший вкус и соус. Нам нужно сначала промариновать курицу, петух. Это домашний петух, сельский. Я его сначала надрезала, немножко стегна, вот такие надрезы сделала. Посолила, поперчила и оставила мариноваться на где-то на 5-6 часов, а можете на целую ночь. Потом нужно обжарить на оливковом масле с двух сторон. Можно и на подсолнечном масле. И добавить много лука. Здесь у меня две большие луковицы. Посолить лук. Петух у нас уже соленый. И все постоянно готовить под закрытой крышкой на очень маленьком огне. Сначала лук немножко побелеет, потом он дает свой сок. Я курятину поднимаю и ложу на лук. Тогда мясо пропитается луковым соком и получается очень-очень вкусное и мягкое. Сверху посыпать семенами фенхеля. И петух должен вот так готовиться по закрытой крышкой на очень маленьком огне на луке. И немножко можно подлить водички. Где-то по одной, по две ложки. Время от времени подливайте и помешивайте. Потом почти в конце готовки я добавляю цедру лимона. Лимон натираю на терке. Один листок лавровый. И так уже под закрытой крышкой до готовности. Еще кладу картошку целую. Не разрезать. Маленькую картошечку выберите. И до готовности. У нас получается вот такое аппетитное блюдо. Готовьте, угощайте родных и близких. Всем удачи. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Смотрите еще другие мои видео. Всем здоровья и до новых встреч. Пока.